Количество желающих приехать в Сочи с каждым разом увеличивается. В это лето на танцевальный подиум выйдут 2500 пар. Приехали дети, юниоры и молодежь из Южно-Сахалинска, Мурманска, Читы, Центрального федерального округа и Южного. Турнир проводится совместно с департаментом комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края. И прежде всего цель – это событие, которое привлекает со всей России, с ближнего и уже теперь и дальнего зарубежья большое количество людей. Потому что помимо 2500 пар, это еще и родители, родственники, которые совмещают традиционно уже 7-й год выступления на соревнованиях с отдыхом. В этом году участвуют танцевальные дуэты из Канады, много спортсменов из европейских стран. Сегодня из 166 пар отбиралось 96, потом из 96 – 48, и так до десятка сильнейших. Честно сказать, мы не приехали за определенным результатом. Мы танцуем, чтобы победить самих себя, чтобы показать новый танец. Самые яркие выступления проводятся ежедневно в 19 часов. Причем вход для зрителей свободный. Джайв – самый ритмичный танец. Более нежный – румба. Исполняются здесь ча-ча-ча и самба. Все это – латиноамериканская программа. В следующий день турнира будут другие костюмы и другие танцы. Вальс, венский вальс, танго и фокстрот. В Сочи турнир продлится до воскресенья. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.